Чувашия заняла 4-е место среди всех регионов России по экспорту кондитерских изделий. Такие данные по итогам января 2020 года приводит Центр агроаналитики Федерального Минсельхоза. Аграрии республики уже экспортировали продукцию на 1,5 миллиона долларов США. Это на 13,5% больше, чем в прошлом году. Среди всех регионов России Чувашия занимает 4-е место по экспорту хлеба и мучных кондитерских изделий, 10-е место по поставкам масличных культур и 14-е место по поставкам шоколада. Добавим, что по итогам прошлого года Чувашия экспортировала сельхозпродукцию на 24 миллиона долларов. Основными странами, куда республика поставляет свою продукцию, стали Китай, Германия, Украина, Польша, Казахстан и Великобритания. На их долю приходится чуть больше 76% экспорта. В целом, сельхозпродукцию Чувашия поставляет в 37 стран мира.